Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена Мужества, заслуженный юрист Кубани, президент Федерации самбо и дзюдо города-курорта Анапы и города-героя Новороссийска, основатель спортивного комплекса «Патриот». Андрей Фомин ушел из жизни в прошлом году. За это время спортсмены клуба принесли множество ярких побед, посвященных основателю спортивного комплекса, который стал настоящим домом для тысячи спортсменов Новороссийска. Первый турнир Новороссийска по самбо памяти Андрея Фомина прошел среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения. На открытии подвели итоги спортивного года. Наградили лучших, чтобы подрастающее поколение видело, к чему стремиться и каких результатов можно добиться благодаря труду и усердию. Сегодня мы проводим турнир памяти основателя спортивного клуба «Патриот» Андрея Владимировича Фомина, моего отца. Сегодня первое. Годовщина с момента его ухода. Участвуют спортсмены 2008, 2009, 2010 года рождения. Это основной наш, так сказать, костяк подрастающего поколения, будущие наши олимпийские надежды, потому что самбо уже признан олимпийским видом спорта, и мы думаем, что сейчас еще больше любителей появится данного вида. В этом году турнир по самбо, посвященный памяти Андрея Фомина, прошел внутри клуба, среди спортсменов «Патриота». В планах на следующий год сделать соревнования всероссийскими, если все получится, то и международными.